На отделении ЗО в детской школе искусств номер 4 всегда особая атмосфера, которая дает возможность отключиться от суеты и побывать в другом мире. Ярослав Минькин понимает, чтобы стать настоящим художником, нужно мыслить как художник. Он осваивает различные материалы – гуашь, акварель, карандаши и мелки, пастель, пластилин и глину. Также изучает художественные техники и постигает средства выразительности. Сейчас он старается передать необыкновенную красоту натюрморта. Отдели этот листочек от этого лепестка вот тоже по форме. И посмотри, внутри здесь есть свет или нет здесь света. Преподаватель художественного отделения Светлана Смельская учит ребят понимать язык, которым говорит каждый листок, былинка, раковина и кристалл о своей красоте и грации. Своим учеником бесспорно гордится. Юный художник – обладатель специальной премии главы города-курорта «Одаренным детям». Лауреат городских и зональных конкурсов профессионального мастерства учащихся школ в номинации «Академический рисунок и живопись». Когда я рисую, я как бы затягиваюсь в это и цвет, он уже сам приходит. А что больше нравится? Натюрморты с живописью. Там, где разные предметы с разными формами и разные цвета. Графика для юного художника – также хорошая возможность выделиться, заинтересовать, преподнести себя. Графический рисунок показывает темперамент, характер, настроение автора, ведь это полноценная картина. Организация выставок дает Ярославу возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Совсем недавно он принял участие в школьной выставке, посвященной зимней Олимпиаде в Сочи. В дальнейшем мечтает стать знаменитым художником и устраивать персональные выставки. Я предполагаю, что я буду художником. Хорошим, надеюсь. А что, если будешь художником, что будешь больше рисовать? Ну, портреты, натюрморты и пейзажи. Эти детские работы – лишь преддверие в страну великого искусства. И совсем не обязательно, чтобы из каждого ученика детской школы искусств вырос Репин, Шишкин или Айвазовский. Главное, что у этих ребят есть дело по душе. Дело, которое опирается на красоту, творчество и любовь к окружающему миру. Светлана Авилова, Максим Лагоша, Анапа регион.